कृष्णाय कृष्ण भक्त कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुपते देवी प्रणमामि। ओं वृंदावई तुलसीदेवई प्रियावई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वत्यै नमो नमः। भक्ताविहीनापराध लक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणभराद्र ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। आ देवी काकुवर गदगदयद्वाच जाचनि पतिभुवि दण्डवदुर्भुटार्ति यस्य प्रसादं दश जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां। पदाब्जस्तव वीणा वरदाश्रमेव नन्नत कदापि समे कील देवी जाचे। सखायतु नमस्तु नमस्तु नित्यं दशायतमो दशरथ सत्यं श्रीरूपमञ्जरीकरार्चित पाद पद्मकृष्णन भुजार्पितमस्तकाय हा मुदत कनक गौरी पदारविंदं सनवयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतशी श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत। В первую очередь я предлагаю свои поклоны своему Гуру Пада Падме Нитилу, Пуришну Вишну Пада, Штутра Шачи Шмабхутиданта Вамана Госвами Махараджу, и также Нитилу Пуришну Вишну Пада, Штутра Шачи Шимад Бхактивиданта Шрила Нараяна Госвами Махараджу. Их лотосным стопам, которые уничтожают весь страх, я предлагаю свои поклоны, и также я предлагаю свои поклоны Шрила Бхактивиданта Свами Махараджа, всем вайшнавам и вайшнаве, которые собраны здесь, всем матерям, всем преданным, которые погружены в настроение с читанием Махапрабху, которые сейчас хотят слушать Харикатху. Я предлагаю всем свои поклоны. И мы сегодня слушали о том, какой сегодня особенный день. Сегодня день Бхактивинода Такура. Он является очень особенным в обществе Гаудия. Сегодня мы и также сегодня мы празднуем день ухода Гададхара Пандита.
Сегодня мы также ходили в Гопинат Баван, на Ямуна Кунджу. И на крыше я также рассказывала вам об этой катхе. И мы очень удачливы. Что мы можем слушать о славящих Хари Гуру и Вайшнавах. Каждый день наша жизнь, она проходит от рассвета до заката, но шастра говорится, что когда мы обсуждаем Бхагават-катху, когда мы обсуждаем славу преданных, тогда мы на самом деле не умираем. И на самом деле это истинное значение того, чтобы иметь человеческое тело. У птиц у них нет этой возможности, у них нет этой удачи. Животные, они заняты только четырьмя видами деятельности. Они едят, спят, совокупляются, размножаются и защищаются. Этот стих из Падмапуран. Все живые существа, они все едят, спят, защищаются. Все мы делаем это. Но повторять святое имя, слушать Бхагават-катху — это огромная редкость. Это большая редкость находиться в саду Санки и слушать Харикатху. И сегодня мы с вами будем слушать о вкладе Шрилы Бхактивинода Такура. Прабхуджи сейчас рассказывал очень прекрасную Харикатху. Он говорил об особенности Бхактивинода Такура. Он говорил о комментарии Бхактивинода Такура. И сейчас также я хочу сказать пару слов. Что такое Вамши Паричая, династия Бхактивинода Такура? Где же она проявилась? В Бенгалии. Уллаграм. Это было название деревни. Бинагарграм. Имя его отца было Ананда Мохан Датта, а его маму звали Джагат Магини Деви. Гита, она объясняет. Кришна говорит, что моя титхи, мое рождение, оно трансцендентно. Все действия, которые совершает Господь, он... Все его действия, они трансцендентны. И тот, кто понял эту истину, ему не нужно рождаться больше на этой земле. Все действия Бхагавана, Господа и его преданных, они трансцендентны. Но мы знаем, что Бхактивинода Такур — это Камала Манджари, это близкая Манджари, служанка Рады Кришны. Если бы Бхактивинода Такур не сказал об этом, то как бы мы смогли об этом узнать? И Шрила Бхактивинода Такур, он сам раскрывает эту истину, кем он является. Он рассказывает о том, что он является Камалой Манджари. И он говорит о том, что его возраст 12 лет. И он объясняет цвет своей одежды, и он говорит о своем главном служении. Это Карпур Сева. Он служит Шримати Радике с помощью
камфоры. Но для того, чтобы пролить милость на джив в этом материальном мире, он принимает рождение в доме Джагатмохини Деви 2 сентября в Шукла Трайодаши. Это было воскресенье. Его родители дали ему имя Кедранат Датта. Все мы знаем его как Бхактивинода Такура, но на самом деле его родители дали ему имя Кедранат Датта. Все знают Бхактивинода Такура как Бхактивинода Такура, никто не знает его как Кедранат. Сачинанда Бхактивинода Такур. И всегда, когда мы читаем Джавадвани утром, мы обязательно прославляем его и упоминаем его в Джавадвани. Сачинанда Бхактивинода Такур. Если вы напишете перед его портретом Кедранат, никто даже не поймет, кто это, потому что никто не знает его как Кедранат. Все знают его как Бхактивинода Такур. Гаудия Вайшнава Санги его знают как Бхактивинод, но его имя было Кедранат. Кедранат. Он написал очень много книг. Очень важных и прекрасных книг. Он написал также множество книг на языке ария. Он был Сачитананда Према Аланкар. Жизнь Бхактивинода Такура, она абсолютно божественна. Вы можете сами наблюдать за этим. Когда он был очень маленьким, когда ему было около 6 лет, он уже изучил все книги, Пураны, Махабарату. Он уже знал все. Он знал Гиту. Он знал уже наизусть все, осознав своим сердцем. Бхактивинода Такур. Он цитировал часто Шри Чайтанья Чаритамриту. И Бхактистан Сарасвати Прабхупада, он также пишет, что все. Куда бы ни отправился Бхактивинода Такур, Сарасвати Прабхупада, он всегда отправлялся за ним. И также он слушал Шри Чайтанья Чаритамриту от Бхактивинода Такура. Чайтанья Чаритамрита — это абсолютно божественная книга. Это является сутью всей Бхагаватам. Если вы возьмете все книги, то вы увидите, что сутью всех священных писаний является Шри Чайтанья Чаритамрита. Это абсолютно невероятная книга. И все должны изучать Шри Чайтанья Чаритамриту. И Бхактивинода Такура, он сам, он написал комментарии на Шри Чайтанья Чаритамриту. Это называется Амрита Прабхата Бхашья. Очень прекрасная книга. Комментарий. И позже Бхактистан Сарасвати Прабхупада, он написал еще один комментарий на Шри Чайтанья Чаритамриту. Это называлось Анубхашья. И также комментарий на Чайтанья Бхагават. Сегодня рано утром я уже говорил о том, насколько он был могущественным. Он был ученым, но несмотря на это, он очень много проповедовал. И проповедь — это особый лимбхакти.
многие люди, они следуют всем правилам, но не проповедуют. Кто-то проповедует, но ничему не следует. Но на самом деле в идеале должно быть и то, и другое. И Бхактивинода Такур, он своей собственной жизнью показывает нам пример идеального севака. Кто-то только чему-то следует, но не проповедует, кто-то проповедует, но не следует. Вы сами можете видеть это. Многие не знают значения ачар. Иногда я говорю ачар, и кто-то думает, что я говорю о поведении, но в Бенгалии, вот, допустим, ачар — это, знаете, такая маринад, не знаю, как на русском сказать. Но так или иначе, необходимо совершать то и другое, чтобы ваше поведение было соответствующим, и также вы проповедовали. Также очень важно для проповеди повторять определенное количество кругов. И Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, он также показывает своей жизнью, как необходимо совершать баджан. Он повторял больше миллиона святых имен. Вы считаете, сколько вы там святых имен повторяете? Знаете, сколько надо повторять? 3,5 лака. Повторяет кто-нибудь? И тогда, если вы будете повторять столько святых имен, да, больше миллиона, получается, имен, и он, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, он дал обет, что в течение 10 лет он будет повторять более миллиона святых имен. Мы можем видеть особенность преданных и особенность святого имени. Сегодня рано утром я уже немножко задевала эту тему. Бхактивинода Такур, он был образованным. В Англии было очень много колоний в то время, и англичане, они правили всем миром. И он работал, получается, на британских правителей. Знаете, британцы, они не такие, как индусы, они очень пунктуальные. Очень строгие. Как вот вы приходите в свой офис, снимаете свой пиджак и начинаете свою работу. Но на самом деле у британцев все абсолютно не так. Это не то, что ты в развалочку пришел такой на работу. Нет, ты должен быть очень пунктуальным, приходить вовремя. То есть они очень строго составляли все свои правила. Сейчас вы можете видеть, что в Индии сейчас никто ничему не следует. Такой некий бардак происходит в Индии. Но когда британцы они правили, то все было по-другому. Но несмотря даже на это, что все было так строго, и было очень много строгих правил, Бхактивинода Такур все равно он продолжал проповедь, и он проводил намахат и повторял святое имя. Бхактивинода Такур в своем киртане он пишет: Бхактивинода Такур открывает маркет святых имен, как рынок святых имен. Знаете, люди на базаре, они едят, допустим, и кидают все на пол. Вы знаете, у западных у них есть мусорки.
И у западных всегда везде есть мусорочки, покушал и выкинул в мусорку. Но индусы, они кушают и тут же кидают все на землю. В Индии все таким образом, вы видели, наверное, да? Они все кидают подряд везде. Но на Западе вы такого не увидите. Там очень такое идеальное поведение, как Будда говорит. Там все очень аккуратно. Даже маленький ребенок, если он покушает шоколадочку, если он кинет бумажку на пол, мамочка скажет: «Ой, положи обратно в мусорку, ты почему мимо кинул? Положи в мусорку». Но в Индии, что мама скажет? «А, нет проблем, кидай где хочешь». И это становится привычкой, разумеется. И в Индии вот есть такая привычка. Но я своими собственными глазами видел, как на Западе даже маленькие детишки, даже если он маленькую шоколадочку съел, и ребенок попал вдруг мимо мусорки, то потом он поднимает и кладет обратно в мусорку. Такое воспитание на Западе. Ну, здесь в Индии что мы можем видеть? «О, нет проблем, доченька, кидай где хочешь». И что я хочу этим сказать? Шрила Бхактивинод Такур, как он проповедовал, организуя рынок святых имен. Он садился на лошадь и ездил в очень далекие деревни и проповедовал там Шуда Бхакти, чистые Бхакти. Очень важно слушать Харикатху от тех людей, которые должным образом следуют всем правилам. И Бхактивинод Такур, он был именно этим примером. Его поведение, оно было совершенным. Все должны следовать четырем регулирующим принципам и повторять святое имя. Шрила Бхактивинод Такур, он говорил это. И в то время Сахаджи, Саки, Бекки, они были главенствующими. И они оскверняли чистое проповедь и читание Махапрабху, его учение. Они говорили, Махапрабху говорил повторять свое имя. Хорошо, давайте повторять. Я сегодня утром рассказывал об этом. Да, можно делать все, что угодно. Есть рыбу, изменять с другими женами и повторять харинам. Ну, что это такое? Конечно, они исковеркали все учение Махапрабху. Да, есть очень много групп сахаджи. Албал, Карта, Баджа. Очень много разных названий у них. Шрила Бхактивинод Такур, что он делал? Он выступал против этого. Бхактивинод Такур, он отправлялся в деревню, и он рассказывал о важности следования Экадыши. Он рассказывал о Шуда Экадыши. Люди, они не знали об этом. Бывают люди, они, допустим, едят всегда рис, и тогда они в икадыше едят чапати. А бывало, люди всегда едят чапати, а тогда на икадыше они едят рис. Но на самом деле это неверно. И Бхактивинод Такур, такие простые вещи, но он ездил в деревню и объяснял им, как нужно лучшим образом следовать икадыше, как правильно следовать икадыше. И они слушали Шуда Бхакти Харикатху, он объяснял, как необходимо следовать Бхакти. Если вы будете рассказывать о ложном бхакти, то все захотят об этом слушать. Но если вы будете рассказывать о шуда бхакти, то мало кто захочет слушать об этом. И Бхактивинод Такур, несмотря на это, он отправлялся и от дома к дому, от деревни к деревне, и рассказывал о том, как необходимо следовать шуда икадыши, как необходимо следовать шуда бхакти. До 80 лет все должны следовать икадыши. Если ваше тело в порядке, то вы можете даже следовать нирджала икадыши. Но если вы видите, что ваше тело не способно, допустим, выдержать нирджала икадыши, тогда вы можете покушать какие-нибудь фруктики.
или какие-то еще разрешенные продукты. Но вы никогда не должны есть зернобобовые во время экадыши и следовать четырем регулирующим принципам. Вы знаете четыре регулирующих принципа? Дуттам панастрия чатурвидха. Шримад Бхагаватам объясняет в этом стихе. Вы не должны играть в азартные игры, пить алкоголь. Даже вы не должны пить чай, черный чай. Я знаю, многие любят. О, ну если я не буду пить чай, я чувствую головную боль. Я не могу даже пойти помыться утром. На самом деле, это все привычка. Попейте горячей водички, в чем проблема? Рано утром проснулись, попейте горячей водички. И вы почувствуете, что сила появилась в вашем теле. Рано утром, как только вы проснулись, выпейте тепленькое, не надо сильно горячее, теплая водичка. Можете даже 2 стакана выпить. А можете даже 1 литр выпить, сколько вот вам хочется. И вы почувствуете, как ваше тело, оно становится в порядке, и ваш кишечник будет очень хорошо работать, и не будет у вас никаких проблем, запоров. Не нужно пить чай. Попейте просто тепленькой водички. И тогда вы можете создать новую привычку. Вы можете заменить чай на теплую воду. Абсолютно не проблема. Также вы не должны... как близко общаться с женщинами. То есть только в браке. То есть если вы легально то есть если вы видите какую-то женщину, на которой вы не женаты, то вы должны воспринимать ее как свою мать. Это описывают шастры. Также вы не должны курить, есть мясо и так далее. И Бхактивинода Тхакур объясняет то, как мы должны следовать на самом деле бхакти. Все должны также носить туласи мала. Она очень чистая. Туласи — это очень чистое растение. Очень много славы о туласи, наверняка вы слышали. Если вы возьмете листочек туласи и каплю воды Ганги и поместите ее на человека, который умер, он отправится на Вайкунтху. Конечно, если он не совершил очень много оскорблений. Поэтому все должны носить туласи на своей шее. Шастры также объясняют. Ведь если у вас нет туласи на шее, если у вас нет тилака на лбу, если вы не повторяете имя Бога, то вы будете подобны демону. В шастрах объясняется это. Кто-то говорит, вот, я знаю Гиту, знаю, что там все лилы Кришны. Но на самом деле вам необходимо наносить тилак, тогда вы сможете достичь это настроение. Почему я говорю это? Бхактивинода Тхакур в свое время, он видел, что люди, они, у них нету истинного поведения соответствующего. Они не знали ничего о шастрах, о правилах. А по сампрадае они играли на инструментах, они повторяли святое имя, но они не знали ничего, ни шастры, ни сиданты. Они, допустим, услышали, ой, кто-то там что-то сказал, что-то написал, и они следуют. Они не знали никакой шастры, сиданты.
И если они слышали что-то, что, допустим, не соответствует шастрам, то они очень легко этому следовали, но когда они слышали правила из шастры, то это было намного сложнее следовать этим правилам. Если кто-то приходит в храм и будет звонить в колокол Вишну, то тогда такой человек уже отправится на Вайкунтху. Представляете себе? Да, вы должны звонить в колокольчик. Вы знаете славу о том, как звонить в колокольчик Вишну? Если вы будете просто с шуткой это делать, вы не получите результат. Но если вы будете делать это с верой, тогда вы обязательно обретете желаемое. И Бхактивинода Такур, он объясняет, он был способен контролировать всех этих секки-бекки, тантриков. И был один... не запомнила имя. Тантрик, он сказал: «Я Нараяна, я Бхагаван. Я буду совершать расалилу». Он объявил это. И британцы они попросили Бхактивинода Такура, чтобы он присмотрел за ним. И тогда Бхактивинода Такур сказал: «Конечно, это не Бхагаван». И Бхактивинода Такур, он отругал его, потому что многие люди поверили в то, что он Бхагаван. И Бхактивинода Такур, он привел двух полицейских, но он сказал: «О, я сейчас устрою здесь расалилу». Он собрал самых красивых девушек. Он сказал: «Сейчас у меня тут будет расалила. Я Бхагаван». Бхактивинода Такур, он отправился в эти джунгли, где он хотел совершать свою расалилу. Но Бхактивинода Такур — это необычная личность. Знаете, многие люди, они видят что-нибудь, человек проявил какую-нибудь магию, и они думают: «О, это... это сам Бхагаван, там какую-то магию, допустим, какой-то трюк вам показали, какую-то мистическую силу вам показали, и люди так сразу будут вам доверять. А если ты ничего не проявляешь, тебе говорят: «Ну, Махарадж, ну что ты, ничего даже не можешь никакой магии нам показать». И так люди, они сбиваются с толку. Я один раз уже рассказывала вам одну историю об обманщике Саду. А помните, я уже рассказывал? А, и он говорит, он пришел к ней домой, к одной девушке, он говорит: «О, я вижу, что на 200 метров в твоем саду, вглубь, там есть нефтяная, скважина, да». И она говорит: «Я сейчас приготовлю тебе покушать». И она приготовила ему горсточку риса и сабджи, Тогда этот саду спросил: «А что, у тебя нет немножко ги?» А она сказала, говорит: «Ты же можешь видеть на 100 метров вглубь в моем саду в землю. И что, ты не смог увидеть, что внутри горсточки этого риса есть ги?» Она потому что заранее положила ги и сверху положила рис. Поэтому таким образом мы можем видеть, что есть очень много саду-обманщиков, поэтому мы должны быть очень осторожны. И они обманывают людей. И Бхактивинода Такур, он взял его за дреды, этого человека, который собирался совершать расалилу с девушками. Бхактивинода Такура, он обрезал его дреды. И
И Бхактивинода Такур, он поместил его в тюрьму. И так через 40 дней он умер. Но сколько людей в Кали-Югу находится в тюрьме? В Индии вы можете видеть. Люди сейчас не верят в саду. Почему? Потому что так много проблем сейчас, так много различных ложных саду. Знаете, сколько сейчас саду в тюрьме? Вы даже себе не представляете. Гурдев еще сказал, когда Бхактивинода Такур обрезал ему дреды, то он потерял всю свою силу, получается, вот эту тантрическую, как бы не мог совершать уже вот эту магию, влиять на людей. Жизнь Бхактивинода Такура, она уникальна. И его характер был очень смиренным. Можем видеть две очень важные вещи, которые сделал Бхактивинода Такур. Он проявил место рождения Шри Чайтанья Махапрабху. Вы были там или нет в Йога-Питхе, место рождения Шри Чайтанья Махапрабху? Его, это место прежде захватили мусульмане. И также он проповедовал имя Гоура Сундары. И также очень важное, что сделал Бхактивинода Такур, он привел Сарасвати Прабхупаду в этот мир. Через него он пришел сюда. Таковы особенности жизни Бхактивинода Такура. Сюда Бхактивинода Такур ки джай. А завтра я расскажу о Гададхаре Пандите. Харикатха, Гададхари, пандиты, очень красиво. Вы должны послушать об этом. Они уже позвонили в колокольчик, сейчас будет арати, поэтому я не могу больше говорить.